Всем-всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Мертоглу «Турецкие узоры». Сегодня я буду вязать вот такие тапочки полностью тунисским вязанием. Такой вот узор сеточка, он тоже тунисским крючком я его вязала. Остальное все подошва и боковушки ровненько, только впереди узорчик поставила. Значит, два цвета ниток. Взяла вот такой кирпичный и кремоватый. Ниточки у меня картопу флора. 240 метров в 100 граммах. Что мне еще нужно будет? Тунисский крючок у меня номер 2,5. Вы можете вязать номером 3, но тогда по пару петелек уменьшите. Также, если у вас будет размер меньше, тоже с боковых сторон или с мысочка по пару петелек будете меньше вязать. И спица у меня, спицы 2,5. Я зачин сделаю на спицах и обвязку тапочка буду делать спицами. Значит, ну что, начнем. Я что сделала в этот раз? Можно набрать крючком цепочку 20 петель. Я набрала на обычную спицу 20 петель. Потом, чтобы здесь удобнее было снимать за крайние петли. Вот так. Вот теперь просто их пересниму на крючок. Эти 20 петель на тунисский крючок их переснимаю. Вот так вот все. Вы как хотите, можете кому как удобно. Можете цепочку провязать из 20 петель. Можно набрать спицы. Опять же, у меня 37-38. Если у вас будет 36-37, наберите впереди, например, чтобы на мыске у меня 10 петель, пусть у вас будет 8. И также или по боковушкам уменьшите. Или когда будем сейчас расширять, тогда меньше расширите. Я такую модельку уже вязала. Только эту сеточку в другом виде ставила. Ну, сейчас сделала по-другому. Вот я пересняла эти петли. Здесь узел завязывать не буду. Я протяну ее вот так вот обратно. И все. Сейчас я просто вернусь обратно. Крючком по 2 петельки вернусь обратно. Вернусь с начала ряда. Понятно, да? Возвращаемся в начало ряда. Теперь второй ряд. Сейчас вернусь. Теперь первые 4 петельки провязываем. 1, 2, 3, 4. Накид на себя. 1 провязываю. Накид на себя. 10 петель средние провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Боковые провязали 4, сделали накид. 1 петельку провязали, опять сделали накид. Средних 10 петель, опять делаем накид. 1 накид, 1 петельку провязываем,
накид на себя и оставшихся 4 петли. Раз, два, три, четыре. Первый ряд закончили, возвращаемся в начало ряда. По две петельки я возвращаюсь. Вот он накид, как обычно провязываем это все. Так я провяжу 7 рядов. Семь рядов по 4 накида. Это получится 28. И 20 у меня в начале, 48 петель выйдет у меня. Будем вязать в каждом ряду. Получается у меня по 4 накида. 2 с одной стороны и 2 с другой стороны. Вот первая на спице. Вторая. 3. 4. Пятая. Вот этот накид был. Делаем накид. Одну провязываем. Накид. Теперь у нас получилось средних 12 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11. И вот он накид наш, 12-й. Накид на себя. Одну провязываем. Накид на себя. И оставшиеся 5 петель. Таким методом провяжем мысок до начала узора. Все, возвращаемся обратно. И третьи и последующие ряды точно так же вяжем. Расширим начало. Вот, все. По 2 возвращаемся обратно. Это показала для тех, кто первый раз не знает. Понятно, да? Возвращаемся обратно. Провяжем так 7 рядов или же... Кто-то меньше, кто-то больше хочет. У меня это будет 7 рядов. У меня 48 петель. Я расширила до 48 петель. Вот так вот получается. Теперь первый ряд узора. Первые 3 петельки. А что еще забыла сказать? Маленький клубочек отмотайте ниточки. Он нам пригодится потом в конце. Значит, первые 3 петли провязала основным цветом. Нить наперед перевела. Подключаю белую нить. 5 петель белым. Четыре. Пять. Теперь вот эту нить вот так вот провели назад. Одну провяжем основным цветом. Провязали.
и вперед ее опять. Опять 5 петель белым цветом. Нить вперед, впереди протянули, назад. Одна петля основным цветом. И опять ее перевели вперед. Опять 5 петель белым. Я взяла другой крючок. Сейчас вы на одном крючке все это можете вместить. Но чтобы было более понятно, 5 белым. Раз, два, три, четыре, пять. Нить провели назад. Петельку подхватываем, провязываем. Нить заводим вперед опять. И так далее. Вяжем до конца ряда. Вначале у нас было 3 петли основным цветом. В конце ряда у меня получится 4. Потом я их выровняю. 2, 3, 4, 5. Нить вперед. Пять белым. Нить провели назад. Вперед, 5 белым, понятно, да? Довяжем до конца. Дошли до конца. У меня остается 4 петли. Я их провяжу основным цветом. Раз, два, три, четыре. Возвращаемся обратно. Теперь эта нить будет за работой. Вяжем как обычно. Белый над белым, коричневый, основной над основным. Через каждые 3 петли, чтобы не было большой протяжки, я ниточку перебрасываю сзади. Возвращаемся в начало ряда. Первый ряд узора. Вот так вот. Белый над белым, коричневый над коричневым. Второй ряд узора. Первые 2 петли провяжу основным цветом. Здесь одну петельку добавлю белым. И все до конца буду провязывать белым. Второй ряд у нас все будут белым. И в конце также добавим одну петельку. И последние 3 петли будут основным цветом. Там я подключу второй клубочек.
Здесь все вяжем ровно, все белым цветом. Дойдем до конца ряда. Все вяжем белым. Дойдем до конца ряда, я к вам вернусь. Провязали белым до конца. У нас остается 4 петельки здесь. Одну еще провяжем белым. Оставшиеся 3 я подключу второй клубочек. Раз, два, три. И возвращаемся в начало ряда. 2, 3 и белым. И в конце у нас будут 2 петли основным цветом. Возвращаемся в начало ряда. Третий ряд узора у меня. 2 первых петли провязала основным цветом. Нить впереди. Теперь 3 петли белым. Нить проводим впереди. Нижнюю вот эту вот протяжку подводим, проводим под нее крючок. Захватываем петельку, проводим под петельку. Захватываем нить. И вот так вот вытягиваем. И наперед ее. 5 петель белым. Подхватываем нижнюю нить. Втягиваем нить вперед. 5 белым. Подхватываем нить. Под петлю. Захватили. И так до конца ряда. Пять белым. Пять белым. У нас как раз получается посередине мы подхватываем, петельку провязываем. Нить вперед. Все, так продолжаем до конца ряда.
5 белым, ниточку подхватили, притянули. 4, 5, еще раз. 5. И наперед. Так дойдем до конца ряда. В конце ряда последние 3 петли провяжем белым цветом. У нас остается 3 основным цветом. Здесь идет нить от запасного клубочка. Мы ею когда будем пользоваться? Когда весь ряд будем провязывать белым цветом. Тогда мы будем провязывать нитью от запасного клубочка. Сейчас она, пусть она полежит там. Вот эта нить у нас идет. Ею мы довяжем ряд. Последние 3. Вот так вот. Возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно, как обычно. Нить за работой у нас основного цвета. По 2 ниточки перебрасываем сзади работы, чтобы не было больших протяжек. Следующий ряд у нас будет весь белым. Все, белый над белым, основной цвет над основным. Возвращаемся в начало ряда. Вот такой у нас уже получается. Четвертый ряд. Первых 2 петельки я провязала основным цветом. Дальше до конца мы будем вязать все белым. Вот так вот все вяжем белым. И в конце ряда от запасного клубочка последние 3 мы провяжем основным цветом. И вернемся обратно в начало ряда. Это у нас такой 4-й ряд. Все, провязываем все белым до конца. И возвращаемся. 5-й ряд узора. 2 петли провяжем основным цветом. Ниточка перед работой. Одну петельку поднимаю. Ниточка перед работой. Одну петельку поднимаю и провязываю. Вот так вот. Вот. Подняли ее и ниточку перед работой. 5 петель белым цветом. Раз. 2, 3, 4, 5. Берем нить основного цвета. Крючок ввели под нижнюю протяжку, под петлю. Захватываем и вытягиваем. Так, сильно не затягивайте. Нить оставляем впереди. Идем дальше. 5 белым цветом. Раз. 2, 3, 4. 5. Подхватили. И так до конца ряда.
Довяжем так до конца ряда. Я пока крючок поменяю. Дошли до конца ряда. 5 петель провязали. Последнюю белую. У нас коротенькая протяжка есть здесь. Мы ее поднимем. Последнюю петельку. Подняли. И последние три провяжем основным цветом. Обратно вернемся по узору. Следующий ряд, шестой, у нас опять будет белым цветом. После каждого ряда, когда мы поднимаем протяжку, следующий ряд мы будем отделять белым цветом. В принципе, на этом узор заканчивается. Мы просто потом будем менять местами. Если мы провязали здесь, значит, будем здесь в шахматном порядке. Ну, я сейчас еще несколько рядов для закрепления материала провяжу с вами вместе. Так, довязываем, возвращаемся в начало ряда. Это у нас какой был? Пятый ряд, шестой. Сейчас будем вязать весь белым. По две петельки возвращаемся. Так, пятый ряд провязали. Шестой ряд. Шестой ряд мы провяжем весь белым цветом. Вначале две основным цветом, остальной весь ряд провяжем белым цветом. И последние три петельки с дополнительного клубочка мы провяжем основным цветом. Шестой ряд провязали, вернулись в начало ряда. Так, теперь у нас седьмой ряд. Сейчас будем вязать. Две первые основным цветом. Нить впереди. Три белым. Поднимаем петельку под протяжку. Нить впереди. 5 белым. Поднимаем петельку. Захватили. Вытащили. Вот такие у нас ромбики будут формироваться. Нить оставляем впереди. Опять 5 белым. Подняли ниточку, провязали петельку. Только не забывайте перекидывать нить вперед. Раз. Два. 3, 4, 5. Вот над этим кубиком поднимаем через ряд. Между ними будет один ряд белым.
Так, идем до конца ряда. Пять. Подняли. Все, вяжем так до конца ряда. Это был 7-й ряд. Следующий ряд мы провяжем весь белым. Вот такое получается. Довяжем до конца ряда. В конце ряда еще раз покажу. 7-й ряд это мы вяжем. В конце ряда вот мы подняли последнюю петельку. У нас осталось 3 белых. Эту нить провели. И последние 3 провязываем так, как мы делали в предыдущем ряду. Все, возвращаемся обратно. Нить основного цвета за работы. На краях не забываем поднимать ее потом. Вернемся обратно. 8-й ряд провяжем все белыми. И потом у нас начнется опять повтор этих ромбиков. Вяжем по рисунку. Вернемся обратно. Следующий ряд провяжем весь белым. 8-й ряд. Провязали мы его весь белым цветом. Вернулись обратно. Дальше у нас будет повтор узора. Понятно, вот где протяжка. Эту петельку мы будем поднимать. Первые 2 основным цветом. Вот сразу поднимаем эту петельку. Провязываем. Нить оставляем впереди, перед работой. 5 белым. 2, 3. 4, 5. Подхватываем нашу протяжку, петельку, вытянули нить перед работой. Все, 1, 2. 5 белым, одну из протяжки подняли, вытянули петлю. Следующий ряд белым. И опять повтор. Это у меня 9-й ряд сейчас я с вами вяжу. Десятый провяжем белым. Все четные ряды, получается, у нас будут однотонным цветом белым. Ну, в принципе, это тоже однотонные, да. Вот, где протяжка, подтянули ее. Нить впереди. Провяжем так сеточкой нужную высоту. Последний ряд сейчас будем вязать сами, потому что весь основной узор я вам показала. Последний ряд я к вам вернусь. Последний ромбик. Покажу, как я его закрывала. 5. Подхватили. Это петелька над этим кубиком.
Подведем до конца ряда. Ох, огром начался у нас. Все, девочки, на этом я заканчиваю. Довяжем нужную высоту. Следующий ряд белым цветом. Вот так вот. Все сначала показала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я провязала 6 вот таких ромбиков. Довяжу до 6. Я к вам вернусь, как в конце я вяжу, покажу. Я провязала нужную длину, высоту мыска. Заканчиваю один ряд, прошла белым. Теперь, как я здесь закончу, вот на этом месте я остановилась. Провязали последние петельки из протяжки. Следующий ряд прошли белым. Мы когда вязали узор, у нас нитка была впереди. А теперь она у нас будет сзади. Значит, как я это дело закрываю. Так, две первых провяжу основным цветом. Теперь дальше. Так, что нам нужно сделать? Поднять. Раз, два. Первую петельку поднимаем. Смотрите. Подхватили, подняли. Провязали. И нитка остается за работой. Вперед мы ее не переводим. Раз, два, пять петель белым провяжем. Три, четыре, пять. Поднимаю. Вот так вот. Нить за работой. Обе нитки идут за работой. Опять 5 петель белым. Одну подняли, провязали. Так закончим узор. Ну, по крайней мере, я закончила так. 2, 3, 4, 5. Два, три, четыре. А, я одну петельку упустила, смотрите. Ой. Вот она. Три, четыре. Подхватили протяжку. Ввели крючок под петельку. Все, так провяжем до конца ряда. Вернемся белый над белым, коричневый над коричневым. На этом узор закончится. Я провяжу еще два ряда основным цветом. И потом перейду, покажу боковушки. Там особо показывать нечего. Вот так вот. Давайте это пройдем до конца. Вот такое вот у нас должно быть сзади. Ниточки
Перебрасывали, когда вязали, не забывали. Довяжем до конца ряд. Вернемся обратно. Закончила я вязать мысок. Провязала еще два рядка. Теперь буду вязать боковую часть. Вот эту вот. Я ее буду вязать на 20 петлях. 20 здесь, 20 здесь. 8 посередине. У меня всего было 48 петель. Вот я провязала первые 20 петель. Вяжем обычным тунисским вязанием. Здесь ничего сложного нету. Все вы это знаете, потому что вперед у нас узор немножко сложный. Поэтому боковые части я решила попроще связать. Провяжем нужную длину. Каждый на свой размер. Это где-то 25-28. Если размер 39-40, то это может быть 30 рядов. У меня будет 28 рядов. Провяжем одну половинку, потом отступим средние 8 петель и точно так же провяжем, закроем вторую половинку, перейдем на подошву. Дальше все просто. Вроде бы все сказала. Заканчиваем половинку нашу. Одну вторую. Так, вот так вот 20 петель. Сейчас я их провяжу. Так, и как всегда, под две дужки я ввожу спицу и возвращаюсь по две петельки. Все, девочки, вяжем наши боковушки, провяжем нужную длину, закроем петли. Провяжем точно так же вторую сторону. Вот так вот. Вяжем. Провязали нужную длину тапочки. Вот так вот. Теперь закроем петли. И начнем вязать вторую, точно так же вторую половинку. Вот так вот. Крючок ввели, подхватили и протянули. Закрываем петельки.
Последняя. Под две дужки. Вот так вот. Все. С одной половинкой покончено. Теперь все это закручивается. Но разровняем потом. Отмочим. Раз, два, три, четыре, пять. 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель я считала, оставила на серединку. Опять же, 20, также 20 петель с этого краю. У меня здесь осталась нитка, которая была из запасного клубочка. Я ее довяжу. Вот, протянула ее. И также только эту сторону. Вот, продолжаем, набираем петельки и ровненько провяжем необходимое количество рядов, также закроем, а потом перейдем к подошве. Набираем петельки, возвращаемся обратно, вяжем. Понятно, да? Довяжем вторую половинку. Я к вам вернусь опять. И последние по две дужки. Что тут запуталось у меня? Все, по две петельки возвращаю с начала ряда. Все, вяжем нужную нам длину. Закончили вязать наши боковушки. Теперь перейдем к подошве. Подошву я буду вязать на средних 10 петлях. Вот так вот под 2 дужки. Вытяну петельки. Наберу 10 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Возвращаюсь обратно.
Теперь вот каждую петельку, крайнюю петельку по две дужки, я буду протягивать что такое? Вот так вытягиваю. Можно спод низу набирать, но я вяжу обычным старинным способом. Так, вытянули. Теперь смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на спице. Вот эту вот первую петлю я не провязываю. Если вы хотите расширить, 10 набрали и расширить несколько, тогда вы ее провяжете, и у вас петля добавится. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. И вот последнее я беру за одну дужку, ввожу под две дужки крайних и вместе их провязываю. Захватываю ниточку, возвращаюсь через по две петельки. Подтянули. Под две дужки петельку захватила. Попросили остановиться немножко подробнее, кое у кого не получается, поэтому показываю, как я делаю. И так буду вязать до конца подошвы, и таким же методом провяжу пятку без прибавок, без изменений. Последнюю петельку подхватила под две дужки. И возвращаюсь с начала ряда. С этой стороны так же само. Вот две дужки подхватила. Протянула ее. Подтянули. Первую. Под дужку подхватила, ввела сюда спицу, захватила петельку, протянули. Вот так вот получается.
Звук не пропал, это я молча вяжу. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Так, вот она. Уголочек. Тут смотрите, чтобы уголочки совпали. Потом смотрите, чтобы начало белой вот этой вот части тоже совпало. И все. И сейчас перейдем, мысок соединили, перейдем на подушку. Так, вот в уголок. Узелок, поэтому его надо немножко подтянуть. Подождите. Где-то тут у нас узелок был. Угу. Вот все. Закончили. Этот уголок и этот уголок закончили. За крайнюю дужку и теперь переходим на боковую сторону. Вот под две петельки, ой, под две дужки захватили, протянули, все так же. Первое. Все, поехали вязать. Довяжем подошву до пятой. Всю тут вот часть провяжем. Еще что я вам хочу посоветовать. Пересчитать вот эти вот петельки. Можно пересчитать. Ну, бывает иногда, что на одной стороне больше, на другой меньше. Если вдруг так получится, то значит две вместе провяжете тогда. Могли при вязании двойную петлю как-то сделать. Так. Подняли. Провожу крючок. Вытащила. И возвращаюсь с начала ряда.
подтягивайте здесь первую петельку, тогда не будет волнисто. У кого получается волнисто, не знаю. У меня так не получалось, поэтому, видимо, сильно вытягиваете петлю, может быть. И последняя подушку. Так, где она? Вот под эту. Захватили. Подтянула. Все, девочки. Вот формируется мысок. Довязываем до пятки. Встретимся в конце. Я к вам вернусь. Довязала я подушку. Вот такое дело у меня получилось. Дошли до пятки. Немножко жестковатые, но ничего, я их отмочу сейчас в кондиционере. Так. И так же, как мы вязали подушку, вот смотрите, закончили мы здесь последний ряд. Все совпадает. Боковушки и конец подошвы. Теперь точно так же будем продолжать вязать пятку. Так, последнюю петельку за одну дужку. Вот здесь идет, мы закрывали петли по две дужки. Под каждые две дужки вводим крючок. Также вытягиваем. Возвращаемся. Так, первая петелька. И она тут у нас, вот она с узелком была. Сейчас я крючком ее немножко затянутая, поэтому все. И так продолжаем в том же духе. Закончим пятку, закроем петли, потом сделаем окантовку. И можно сказать, пришли к финалу. Вот она. Так, первую, теперь вторую. Две дужки. Все. Все так же само. Если у вас размер большой, и, допустим, вот здесь получилось много петель, прикиньте, посчитайте по ходу, то пятку кверху можно сократить по несколько петель, с каждой стороны по парочку, по одной-две сократить.
Опа. До конца я ее вязать не буду. Все понятно, как закрывали подошву, так же закрываем и здесь. Еще раз. Все, поехали обратно. Все, девочки, заканчиваем пяточку. Закончим пятку, обвяжем вместе тапочек. Закончила я пятку, закрыла петли. Теперь будем делать вот такую вот окантовочку. Сейчас по кругу на 5 спиц, на 4 спицы наберу петли. Первый ряд я провяжу изнаночная потом. Потом провяжем нужную высоту. То сколько хотите. 3 сантиметра, 4 сантиметра. Я буду ее вязать на спицах номер 2 и 5. Внутреннюю часть я провяжу спицами номер 2. На пол номера меньше. Можно вязать одним цветом, можете внутреннюю часть сделать другим цветом. Вот так вот. Значит, у меня, например, получилось здесь 80 петель. Мне это было многовато, поэтому я первый ряд провяжу изнаночными, потом по одной петельке с каждой стороны сократила. Получилось у меня 76. Достаточно. Так, под двумя дужками вытягиваем петельки. По всему тапочку наберем петли. Первый ряд по кругу провяжем изнаночными. Потом все ряды будем по кругу вязать лицевыми. Потом я покажу, как я монтирую это дело. Хотя я почти в каждом видео показывала, но вкратце покажу. Понятно, да? Набираем петельки. Первый ряд провяжем изнаночной, как я уже сказала. Я люблю по три раза повторить одно и то же. Остальные все провяжем лицевой. Набираем по кругу, вяжем. Провязала я нужную высоту. У меня 16 рядов, 4 сантиметра получилось. Теперь перегибаю это все. И буду примонтировать сейчас. Вот сколько у меня осталось ниточек со 100 грамм. Так что еще можно куда-то употребить. Так, сейчас. Вот смотрите, перегнули это все. Вот первый ряд, и под ним сразу такая поперечная пунктирная линия проходит. Вот она. Вот она. Вот за нее мы будем цеплять и привязывать. Можно это сделать иглой, можно сделать кетлевкой, по-разному. Но я вот так привыкла и так делаю. Вот две спицы на крючок. Под петельку. Петельку подняла,
и протянула. Петельку подняла. И так по одной до конца ряда. Понятно, да? Вот так вот получается. Вот так вот. Все, привязываем до конца нашу отделочку. Кто не хочет заморачиваться, можете просто крючком обвязать. Ну, я думаю, что так они выглядят намного лучше. Они лучше сидят на ноге с помощью вот этой вот такой окантовочки. На этом сегодня все. Всем легких петелек, девочки. Спасибо всем за просмотры, за подписки, за комментарии с лайками. До новых встреч. Всего вам хорошего. Вяжите на здоровье.